Господу помолимся. Господи, помилуй. Благослови, Господи, плод сей лозный. Новое благоустроение воздушной капли дождя и времени тихого зрелости достигший. Да будет нас вкушающий от винограда сего веселье. И принесем тебе дар в очищение от грехов священным и святым телом Христа твоего. С ним же благословен и ты со пресвятым и благотворящим твоим духом, ныне присный, во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Аминь. Владыка, Господи Боже наш, исповедавший каждому человеку по усердию своему приносить тебе твои от даров твоих, и воздающий за сие вечными твоими благами, сам с любовью принявший две лепты посильной вдовы, приношение, прими и ныне от рабов твоих, везде предстоящих и молящихся, принесенные тебе плоды земли, прими жертву сию, твою вечную сокровищницу, и принесшим даром все им полезное и обилие земных благ, и благословенное имя твое прославлено Царство твое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Благословляется, освящается приношение сия, окропение воды всесвященной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается приношение сия, окропение воды всесвященной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается приношение сия, окропение воды всесвященной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Подходите поближе, кто хочет кого, чтобы посетить вас. Сара он идет. Питайтесь благодарностью Богу. Ну только в землю посадили. И все. Остальное все от нас никто не зависит.